Более полувека НИИ «Центр программ систем» является эталоном отечественного программирования. В этом году организация вошла в тройку самых узнаваемых IT-компаний Верхней Волжи. Публикации о разработках тверских ученых-программистов и инженеров в области искусственного интеллекта занимают страницы уважаемых высокорейтинговых журналов. Сегодня предприятие отметило свой 50-летний юбилей. Звание почетного работника получили несколько сотрудников, в том числе и молодые кадры, на которые организация возлагает большие надежды. Подробнее в нашем следующем материале. Более 300 инженеров и научных сотрудников, более 60 докторов-кандидатов наук формируют научно-технический потенциал НИИ «Центр программ систем». Их научные достижения нередко попадают на страницы уважаемых российских и зарубежных изданий. Наше предприятие в авангарде одних из самых перспективных разработок силового блока. Это и Министерство обороны, МЧС, Росгвардия. Достаточно востребованное предприятие, большое количество инициативных разработок, научно-исследовательских работ, опытно-конструкторских, поэтому достаточно эффективно, стабильно, динамично развиваемся. За 50 лет была проделана колоссальная работа. НИИ переживала разные времена. Особенно тяжелыми были 90-е годы. Тогда стояла задача сохранить научный костяк, который трудится и по сей день на предприятии. Деятельность наша изменилась радикально. Это программирование. Но программирование – это не просто кодировка, там, написание каких-то операционных систем. Это программирование, связанное с какими-то определенными предметными областями. Например, тренажеры для военно-морского флота. Это моделирование технических средств, моделирование тактических. Обстановки. В одном коллективе трудятся как те сотрудники, которые здесь с момента основания, так и молодежь, рассказывает Валерий Куприянов. Он отдал НИИ 49 лет, 30 из них руководил им. Сегодня занимает должность финансового директора. Профессионалами становятся в коллективе. И не сразу. Но у молодежи есть нетерпение, они хотят сразу и много. Не получается. Кто задерживается и кто становится хорошим специалистом. Молодой специалист Олег Долголенко рассказывает, что работает всего год, а старших коллегах отзывается с теплом и благодарностью. Выбрал именно это предприятие, поскольку мне очень была интересна сфера информационной безопасности. И очень много интересных разработок. Пришел без опыта. Вот. Как старшие коллеги меня многому очень научили. НИИ только за прошлый год приняла участие в ряде научных конференций и реализовала несколько проектов, в том числе по интеллектуализации автономных робототехнических комплексов и проект «Школьный факультет информатики».